и только оно никак не выходит. То сегодня этот прекрасный день. Наконец-таки видео на русском на моем канале. Ура! Я знаю, вы все, наверное, в шоке. Начну с того, что расскажу немножко о себе. Многие из вас не знают многого обо мне. Я немножко оставила информацию про себя на своем канале, но этого, я думаю, недостаточно для вас. Начну с того, что я родилась в России, в городе Екатеринбурге. Я жила там 6 лет со своей семьей. У меня мама наполовину молдаванка, папа русский. Потом мы переехали в Молдову, когда мне было 6 лет. И там я прожила до 19 лет. Я прожила в Молдове, и потом я переехала в Соединенные Штаты учиться. И уже я здесь учусь. Я уже закончила университет, но я уже здесь живу. Это мой 5-й год. 4.5 года я уже живу в Америке. Я живу в Калифорнии, в Orange County, и здесь очень красиво, я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история вкратце. Конечно, в моей истории есть очень много, куча всего интересного, но просто вкратце рассказать о себе, потому что много людей... Я обещала себе, что я только буду говорить на русском, я не буду переходить 2 слова на английском, 3 слова на русском, 1 слово на румынском. Мы когда со своими друзьями разговариваем, честно вам говорю, такая каша, особенно с друзьями, которые тоже говорят на английском, румынском и русском. Следующее, я хотела ответить на пару ваших вопросов. Я вас спросила, если у вас есть вопросы на Твиттере, спросила на русском, и многие мне ответили на русском, то что очень классно, мне очень приятно, то что вот многие из вас русскоязычных людей из разных стран, таких как Молдова, Украина, Россия, Беларусь, Болгария, меня смотрят, и вы знаете русский язык, и мне это очень приятно. Я просто хотела вам сделать видео, сказать, что я вас очень сильно люблю, и я очень благодарна вам за то, что вы смотрите мои видео, и за то, что вы со мной разговариваете, и говорите, и спрашиваете. Если у вас здесь есть еще какие-нибудь вопросы, или пожелания, или вообще что-нибудь, оставьте обязательно в комментариях. Я их всех читаю, у меня не всегда есть время на все... отвечать, к сожалению, но я все всегда читаю, все комментарии вижу. Даже на моих старых видео я все комментарии вижу. Так.